Сегодня в программе. Вот он тест, и здесь написано, что генетического материала в моем сыне на 50% моего, на 50% другого человека. Но это не моя жена. Ее генетического материала там ноль. Супруги Паньковы прожили в браке 11 лет. Сегодня Олег Паньков утверждает, что в их семье отсутствует взаимопонимание прежде всего в вопросах воспитания 7-летнего сына. Как считает супруг, Жанна и ее мать плохо влияют на мальчика, и вырастить из него настоящего мужчину способен только отец. Однако в ходе судебного заседания Жанна Панькова неожиданно сама откажется от права воспитывать сына. Это какая я дура, я потратила свою жизнь на двух предателей. Нет, меня можно обвинять в неверности, меня можно обвинять в наивности, да вообще в чем угодно. Но я не предавала никого. Бывший футболист Андрей Цветаев разводится с женой Ксенией. Он утверждает, что жена изменила ему с человеком, в которого была влюблена в юности. Ксения отрицает факт измены и просит мужа подождать с разводом хотя бы несколько месяцев. Но что может измениться за это время? А главное, что будет с их маленьким сыном? Ты не понимаешь. Это ты не понимаешь. Это ты не понимаешь, что ты не хочешь меня слушать. Здравствуйте, прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Панькова Олега Викторовича к Паньковой Жанне Борисовне о расторжении брака. Об определении места жительства 7-летнего сына Виктора Олеговича Панькова с истцом. Значит, Жанна Борисовна, вы, как я понимаю, на развод не согласны, и вы выступаете с встречным иском об определении места жительства ребенка с вами. И вы в зарегистрированном браке 11 лет. У нас присутствует Крамаренко Татьяна Борисовна, представитель органа опеки и попечительства. Мы начинаем сейчас с истца. Олег Викторович, вы излагаете суду причину развода. Да, Ваша честь. Главная причина развода – это всего-то мы в браке 11 лет, и эти 11 лет я своей жены слышу только попреки. Вот что бы я ни сказал, на все у нее есть свое решение. Понимаете, вот и даже если на словах она соглашается, если я умею ее убедить, да, в правоте в своей, то все равно на деле она умудрится сделать так, что по-своему. Понимаете, все 11 лет я мучаюсь. Я уже устал это мучиться, я прошу нас развести. Ну, это изматывает, я согласна. Попрекать-то нехорошо, но только если вы уж 11 лет мучились, пора бы адаптироваться, уже иммунитет на поприке жены. Видите, меня трясет всего. Я не могу уже, все, я не могу. Извините. Если 11 лет трясет, это называется уже стиль жизни. Нет, спасибо. Я как-то хочу, вот у меня качественный скачок произошел. Я хочу изменить свой стиль жизни. У меня кризис среднего возраста, вот я поломался. Все, хорошо, скажите, если долго найти бить, поломаешь в конце. Какие попреки конкретно? В чем это выражается? Да, я думаю, что вот я долго над этим думал. Мне кажется, что причина в том, что мы воспитаны в абсолютно разных семьях. Вот в нашей семье, ну, у моего отца, у матери, было как принято. Отец – глава семьи. Вот что он сказал, даже если мать не согласна, она вот как-то, ну, смиряет свою гордыню, и все делается по тому, как отец сказал. Я привык к такому порядку. У жены же, у моей, семья совсем другая. Там мать главная. Мать главная, тесть просто подкаблучник окончательный. Она там всем заправляет. И модель поведения, разумеется, моя жена взяла с этой семьи. Она и привыкла, она и меня тянет в эту сторону. Пример такой, тесть у нее, в смысле, отец жены, он физиком был. Когда в 90-х не расформировали, без работы остался, понятно, и жена его, она так, ну, такая женщина активная, устроила его дворником. Вы понимаете, человека с высшим образованием, он дворником. И он не вякает. Он сидит спокойно в обеспеченной семье, подметает дорожки там. Все, зарплата нормальная, ни амбиций, ни цели, ни стремления. Вот так дудит свою дуду. Я не хочу на него останется похожим. Да у них все прекрасно. Понимаете? А ты вечно на нервах, сердце хватает, давление скачет. Да хватит уже, хватит этот нервяк. Давай уже жить нормально и стабильно. Нормально жить – это иметь цель в жизни. А это абсолютно животное, растительное, я даже сказал, существование. Так, дорогие супруги, хватит ругаться, у вас было на это достаточно времени. Да, Жанна Борисовна, давайте разводите нас и все. Да, Жанна Борисовна, какие у вас аргументы в пользу сохранения семьи? Ну ведь надо же прислушаться к супругу, если вы собираетесь с ним сохранить брак. Ваша честь, какой может быть развод? Развода вообще никакого, даже я не хочу слышать об этом.
Ребенок должен жить в полноценной семье. У него должно быть и папа, и мама. Это самое лучшее благо для нашего ребенка. Да вообще проблема, Ваша честь, в нашей семье в том, что мой муж всю жизнь пытается кому-то что-то доказать. Он боится, что скажут его друзья, что подумают другие. Он все время боится показать свою слабохарактерность, то есть сомневаться будет в его мужественности. А что он говорит о том, что люди, мужчины, которые занимаются танцами и балетом, мужчины вот про балет. Нетрадиционно сексуальной ориентации. Конечно, вот случай про балет. Я ребенка отдал, он вот первоклассник у меня, я его отдал в дзюдо. Нормальное для пацана. Какое дзюдо? Учит самообороне на будущее, развивает мышцы, учит стратегии, думать, ловкость, все, что нужно ребенку в этом возрасте. Дзюдо? Отвез, подожди, дорогая, я тебя не перебивал. Отвез ребенка на первое занятие, нашел ему хорошего тренера. Ребенку все понравилось, Витя, все замечательно. Что вы думаете? Через месяц я узнаю, что, оказывается, моя жена с тещей забрали его из этой секции и отвели в балет. Ребенок плачет, у него слезы на глазах, говорит: папочка, я не хочу ходить в женских колготочках, потому что надо мной все дети смеются. Это нормально? Вот, пожалуйста, вот это влияние матери и ее матери. Хорошо, все, я поняла, что у вас много разногласий по поводу того, как воспитывать ребенка. Но вот меня интересует следующее, Олег Викторович. У вас не заявлен иск о разделе имущества. Как я понимаю, у вас жилищные вопросы решены. Конечно. Скажите, где вы собираетесь жить с ребенком? У вас есть свое жилье? Да, у нас есть жилье. Квартира, в которой мы проживаем, принадлежит мне и моей сестре родной. Жанна Борисовна, а вы в чем видите причину вашего развода? Ну, вы же разумная женщина, наверняка что-то понимаете. Да понимаете. Ну, не из-за колготок же и не из-за балета семья-то распадается. Да вообще, мой муж начал бузить после того, как уехала от нас его сестра. Она ему в рожи заглядывала, все изысканные блюда ему готовила, костюмчик наглаживала, каждый вечер массажик. Да вы не поверите, она ему даже машину возле гаража своими руками мыла. Да как это вообще можно? Потому что она меня любит, в отличие от тебя. А ты своему родному мужу даже нормально обед нормальный приготовить не можешь. А мне приходилось ее терпеть, потому что она тебе терпеть, дорога. Терпеть? Да она есть там готовила, в квартире убирала, когда там не знаю где пропадала. Чего плохого-то в этом? А я работаю целыми днями. Работаешь, у меня столько ты. Забот. Вот, вот, пожалуйста, пусть она работает. Вот пусть она уходит. Я вообще-то индивидуальная личность. Ты же хочешь работать, работай. Кто тебе мешает работать? Подождите, пожалуйста, Жанна Борисовна, вы знаете, вот вы вроде на развод не согласны. То есть вы считаете, что вашу семью можно сохранить. А сейчас продолжаете здесь даже в зале суда ругаться с вашим мужем. Ваша честь, позовите, пожалуйста, мою маму. У вас заявлена Аниськина Галина да. Вячеславовна, да, ваша да, мама. Да, моя мама. Пусть пройдет. Пусть она все подтвердит. Пусть она все тебе сейчас скажет. Ну, и конечно. Вот без мамы... Что ты понял? Вот очередной раз. Без мамы ничего не может. Потому что привык, что вы свидетель Аниськина. Да. Пройдемте за мной. Мама, тебе уже 30 лет, ты все за маму прячешь. Мама. И она имеет такие же права нас заботиться. Красавица. Как вы относитесь к тому, что ваш зять подал на развод? Что в этой семье происходит? Вы знаете, это очередная блажь моего зятя, который не знает, чем нас достать. Вы знаете, это такой человек, который считает себя незаслуженно обиженным жизнью. Я знала его родителей. У него папа был в дипломатическом отделе, ездил за границу, жили хорошо. Он счастливо провел свое детство, учился в спецшколе. Мама была домохозяйкой. Никогда не работала и подчинялась только папе. То есть, нормально. Вы знаете, я полностью на стороне дочери. Я считаю тоже, что внук должен воспитываться в полной семье. И никак иначе. Но дело в том, вы знаете, Вите только 7 лет, а он пытается, так как он ничего не добился в жизни, он пытается свои мечты воплотить в ребенке. И поэтому его... заставляет учить сразу два языка одновременно. Бедный наш ребенок. Вы представляете, у него каша в голове. Но он у нас чисто балетный мальчик. Щупленький,
гибкий. Вот, кстати, мои... Так балетному мальчику и нужен французский, ведь вся основа-то в балете. Я не возражаю, но все надо вовремя делать. Сначала один. Сейчас время, сейчас ребенок очень восприимчив, он запоминает не так, как вы в своем возрасте, вообще уже ничего не помнит. Ну да, но не опасайтесь, потому что действительно дети усваивают несколько языков легко. Вы представляете, вот хозяева моего мужа, они устроили его бесплатно в одну из элитнейших школ по балету. Туда, куда многие люди с большими деньгами не могут попасть. А зять взял и запретил мальчику ходить в эту... Да ребенку нравится то, что я ему даю. Вы хоть поговорили бы с Витей хоть раз, а вы кроме рынка своего ничего не видите. Да, ребенок ему нравится. Я как раз знаю. Да, он мне плакался, что он не может в колготках в этих санях, что над ним смеются все. Я, в принципе, ваша честь, не против балета. У меня сестра, между прочим, да, у меня сестра балетом в детстве занималась. И замечательно, что она девочка. А одноклассник ее балетом занимался. Мне его все пальцами показывали и понятно, такими словами называли. Вообще, чего я рассказываю? Давайте мы сестру свою, мою, выслушаем, Наташу. Пусть она расскажет, во-первых, по поводу того, что как с Витей они будут жить. Ну, она сейчас придет. Вы действительно говорили о том, что ваша сестра подойдет. Это Панькова Наталья Викторовна. Вызывается свидетель Панькова. А чем ты недовольна? Кошмар. А чем ты недовольна, дорогая? Ты маму пригласила, ей сестру, один-один, что такое? Конечно. Что? Что, конечно? Пройдемте с ним. Я? Кто разрушил? Сестра твоя. Это да, ты разрушил, и мы здесь, что маму свою он приводит. Здравствуйте. Вы Наталья Викторовна Панькова, да? Да. Наталья Викторовна, вы сестра. Вы как вот вы считаете, ваш брат сможет самостоятельно воспитывать сына, если ребенок будет передан на содержание и воспитание ему? Я уверена, что сможет. Ведь он меня с 9-летнего возраста воспитывал. Хотя ему самому тогда было всего 19 лет. Тогда с родителями в аварии я была. Они погибли, а я надолго попала в больницу. Я была просто в ужасном состоянии. Любой стресс меня мог просто убить. И брат, и все сделал для того, чтобы я как можно дольше не знала о смерти родителей. Он мне писал одних письма, приходил, сам читал. Он все делал для меня, хотя... По сути, ведь это же перечеркивало все его планы на дальнейшую жизнь. Ему приходилось вместо его же учебы кормить меня, обувать, давать мне образование. Я ему очень благодарна. Как он мне тогда помог, как он поддержал меня, я буду поддерживать его всегда и во всем. Ну, скажите, пожалуйста, а вот когда он женился на Жанне Борисовне, как их отношения складывались? Да, как-то все обычно было. Я не слышала ничего такого. Ну, вы со стороны видели, что у них разлад в отношениях. Вот сейчас-то видите, что творится в семье? Ну, сейчас, да. Сейчас я, конечно, понимаю, что у них творится просто дикие ссоры. Но это случилось после того, как я уехала, вышла замуж и уехала. То есть до этого всех все устраивало, хозяйство держалось на мне. А когда родился ребенок, все основное время занималась семья. Витюша меня даже мамой долгое время называл. Ну, знала, какие слова подобрать, чтобы разрядить обстановку. В общем, всех тогда все устраивало. Скандалов не было. Брат с женой не ссорились. Сначала не было повода, а потом уехала. Не было повода. Ваша честь. Она приехала, вела себя у нас дома как хозяйка, нет, указывала. Нет, я не вела себя хозяйкой, я как просто подсказывала. А как так что получилось, делать? Что мамой называл сестру вашего мужа? Ну, что она в курсе все время? Ну, дело в том, что она постоянно пропадала. Нет, вы понимаете, что это же не игрушки, что такое мамой называл? У ребенка называл. Ну, это очень плохо. Извините, его мама не выполняла свои функции. Я не всегда же была с ним рядом. И у ребенка проблемы с идентификацией потом. Вы же не будете отрицать, что вы с дочерью часто пропадали на рынке, торговали всякими шмотками. А кто-то кормить вас должен? Нет, я все понимаю, я не против. Но просто и ребенку нужно уделять время. Хорошо, супруги дорогие, я вас выслушала. Сейчас я хочу, Татьяна Борисовна, выслушать вас. Какое ваше мнение, с кем ребенку будет лучше? Значит, там с ребенком очень странная ситуация происходит. Он у них записан в школу местную, но он туда не ходит. Его туда в конце четверти привозит папа. И проходит контрольное анкетирование, по результатам которого выставляются оценки. Я, естественно, в школе поинтересовалась, почему, что такое с ребенком происходит, что он учится вот так. На что мне сказали, что папа у нас сторонник домашнего образования. Он считает,
что он за какую-то элитарность. Его ребенок должен общаться только с избранными. Подождите, кто эти избранные? Я не могу понять. Подождите, пожалуйста, Олег нормально, Викторович. Нет, он нормально успевает. Олег, одну секундочку. Во-первых, я не понимаю, я поняла, но мы не перебиваем представителя органов опеки и попечительства. Дайте мне, пожалуйста, сказать. Я не понимаю, кто избранный для 7-летнего ребенка. Угу. Это раз. Потом, второе, он считает, что домашнее образование – это совершенно вообще замечательно. Ну, ладно, хорошо. Есть. Он так считает, считает, что ребенок, значит, только с избранным, пусть учится дома. Потом, когда мы с ним пообщались, мы услышали какую-то длинную речь про избранное общество, про чистоту крови, про чистоту рода, про элитарное образование, что воспитанием ребенка должны заниматься гувернеры, домашние учителя, не ниже, чем... кандидат наук. Но у нас тут возникает... социализации-то у ребенка нет? У нас нету. У нас очень много вопросов возникает. У ребенка нарушения какие-то уже есть. Да, у ребенка как раз все нормально. Почему-то это папа приверженец вот такого образования. Папа, да. С ребенком все в порядке. И когда мы, в общем, у него спросили, а как он вообще дальше, что он, как он собирается дальше со своим ребенком быть, что такое чистота рода, что такое избранное общество, что в общеобразовательной школе его ребенку делать совершенно нечего, то оказалась у нас такая ситуация, что у нас образование, которое он собирается дать ребенку, вот с гувернерами и так далее, он его дать-то не может, потому что оно очень дорого стоит. Образование, конечно, хорошее, но денег-то у него нет. Потому что на сегодняшний день он нигде официально не работает, и никакого дохода у него официального нет. Потому что когда мы ему сказали, что предоставьте нам справку о доходах, он сказал, что а у него такой справки нет, потому что у него нет официального стабильного дохода. Ну хорошо, ладно. Именно поэтому он занимается сыном сам. Хотя он не имеет ни высшего образования, ни даже среднего педагогического. Чему он научит ребенка, неизвестно. Я поняла ваше мнение. То есть вы считаете, что отец не способен и не сторонен, да, конечно, дать нет. Ребенку он вот нормальное говорит, полноценное образование? Ребенок успевает. Он действительно успевает. Татьяна Борисовна, а про жилищные условия что вы скажете? У них двухкомнатная квартира. Там она пополам с сестрой. Это практически коммуналка. Да. В то время мы считаем, сестра там фактически что... не живет, вы при этом прекрасно знаете, она живет с мужем. Ваша сестра, насколько я поняла, на данный момент... Нет, одну секундочку, одному подождите. Ребенку целая комната. Уже вот насколько я сейчас поняла, что ваша сестра на данный момент находится с мужем в разводе, и документы находятся на развод, и она собирается вернуться туда. И даже если она вернется туда, это все равно не коммуналка, там достаточно места для проживания трех человек. Тем более, что, как подтвердить, как все не спорят здесь. И даже моя жена говорит о том, что он мамой называет мою сестру. Одну секундочку. Вы вот сейчас меня послушайте. Я в данном случае чиновник. У меня есть документы, в котором два лицевых счета. Один лицевой счет ваш, второй сестры. Если два лицевых счета, значит, у квартиры два владельца. Если у квартиры два владельца, эта квартира считается коммунальной. Вот эти документы я буду предоставлять. Без бумажки я букашка, с букашки. Все. Очень хорошо. Передайте, пожалуйста, мне ваши документы, заключение. Значит, мы считаем, в данном случае, одну секундочку, мнение органов опеки и попечительства. Именно с мамой. Во-первых, у нее постоянная работа. У нее постоянная зарплата. У нее трехкомнатная квартира, вот, в которой сейчас мама проживает со всеми условиями. Теперь с этим несчастным балетом. Да, ребенка действительно устроили на этот балет. Прошел ребенок большой конкурс. И он им занимается. Мы общались с этими преподавателями. Они считают, что ребенок очень перспективный, ребенок очень талантливый. У него обязательно получится именно вот с этим. Ну, конечно, мальчик, конечно, тяжело. Балетом всегда начало тяжело заниматься. Конечно, он хорошо платит. Я вас поняла. Олег Викторович, ну, неужели же вы не хотите прислушаться к мнению органов опеки и попечительства? Ну, может быть, действительно вы не в состоянии в частном порядке дать ребенку образование? Ваша честь, это мой ребенок. И я воспитывать его буду так, как я считаю нужным. Они пусть отдают ребенку хоть балерунам, хоть куда. Пусть рожает себе ребенка и отдает его куда угодно. А я своим ребенком буду воспитывать мужчиной, так как меня воспитал мой отец. Ой, дорогой мой зятек, мне уже надоело слушать тебя. Ты несешь какую-то ахинею. И я тебе скажу, что ты совершенно не отец этому ребенку. Моя дочь, между прочим, имеет больше прав, чем ты. Как ты. И ты это прекрасно знаешь. Простите, и мы тебе его не отдадим. Галина Вячеславовна, подождите. Как это он не отец ребенка? Он отец этого ребенка. Ваша честь. Жанна Борисовна, поясните, пожалуйста. Мы с мужем не собирались вот этой темы поднимать, понимаете, ваша честь, но... Нет, он вот ваша мама поднимает эту тему. Вы знаете, я специально говорю вам чтобы вы не сомневались, с кем оставить ребенка. Я Жанну Борисовну спрашиваю. Мне тоже очень интересно. Мама, папа, а это просто, что? Просто, понимаете, когда я захотела забеременеть, то у мужа оказались проблемы, и он не может иметь детей.
И я решила, что мы будем делать ЭКО. И он согласился. Мы нашли донора по параметрам мужа, и я прошла оплодотворение. И я... Что это меня? Родила этого ребенка. Но в этом случае это ребенок его. Почему? Ну, конечно, его. Ну, потому что по законодательству, посмотрите. Ну, вынашивала-то моя дочка, рожала-то она. Неважно. Важно. Ну, если это корпоральное оплодотворение в этих случаях. Ну, считается он, все, он отец. Не важно, что донорская использовалась. А фактически моя дочь. Видит Бог, не хотел вот этого сейчас выносить. Если вы уже заговорили об этом. Да, не надо улыбаться. Я сейчас кое-что скажу, вам это не понравится, дорогая моя мама. Давай, давай. Давай, даю. Прекратите склоку. У меня есть документ, люди, в котором написано, это тест на отцовство. Генетического, после ЭКО, да, действительно, мы делали ЭКО, да, действительно, я не мог зачать ребенка, ну, то есть, не мог оплодотворить. Но вот он тест, и здесь написано, что генетического материала в моем сыне на 50% моего, на 50% другого человека. Но это не моя жена. Ее генетического материала там ноль. Вот, пожалуйста. Я прошу приобщить это. Как всегда. Так, да. Пожалуйста. Простите, пожалуйста. Вы уверены, что сейчас вы хотите раскрывать в суде... Если выхода другого нет. Вот если, это началось после того, если они против моей сестры, если они против того, чтобы... Пожалуйста. Вы сами на это нарвались. Дело в том, ваша честь, что когда они меня донимали вот этим вот ЭКО, я согласился в конце концов. Как? Но мне очень больно было понимать, что это будет не мой ребенок. Я не знал, как смириться с мыслью, что я буду воспитывать чужого ребенка. И тогда мне пришла в голову мысль, как выкрутиться из этой ситуации. Я решил, что если это будет все-таки, ну, не мой ребенок, то, по крайней мере, пусть это будет яйцеклетка, оплодотворенная яйцеклетка моей сестры. Да, это может быть незаконно. Я не знаю, как. Я договорился с врачом. Я заплатил ему большие деньги, но это получилось. Вы понимаете, что вы сейчас врача под уголовную ответственность подводите аккуратно. У меня выхода нету. Это мой ребенок. Мой. Это что вы сделали? Хорошо говорите. Моих родителей. Что вы сделали? Я заплатил деньги врачу для того, чтобы он взял генетический материал у моей сестры. То есть он заменил яйцеклетку вашей жены, Жанны Абсолютно Борисовны, верно. На Абсолютно яйцеклетку ты, вашей не сестры. Ты, не ты, не имеете никакого права на моего ребенка. Ваша поняли? Честь, этого не может вот так, быть. Вот так, это может ребенок. Быть, читай я по-русски. Я родила, я растила его. 11 лет. Это не твой ребенок, это мой ребенок. И я его буду воспитывать так, как я считаю нужным. Потому что это вообще, ты вообще к нему отношения не имеешь. Ты просто его выносила, и все. Жанна Борисовна, вы не волнуйтесь особо, потому что если совершено в отношении вас преступление, а это преступление, то никто у вас ребенка не отнимет. Вы являетесь матерью ребенка. И если произошла подмена биологического материала, это совершенно не отнимает у вас ребенка. Вы успокоитесь. С этим еще будем отдельно разбираться. Ваш ребеночек, воспитывайте, живите. Ваша честь, я просто шокирована. То, что сделали мой муж и его сестра. Да как вы вообще могли так сделать? Я просто, понимаете, для меня очень важно было, что это вот мой ребенок. Да, я его растила 7 лет, но теперь я не знаю, какие гены, кровь, плоть в нем, они не мои, понимаете? И я вообще все время раньше замечала, что что-то в нем не так, что уж больно он напоминает мне... Сестру мужа, аж мурашки по коже бежали. А теперь, пожалуйста, получай. Я не знаю, ваша честь, подожди. Ваша честь, я просто... Я не знаю, я согласна на развод. Я, мама, ты права, я встречу своего человека. Обязательно встречу нормального человека. Я смогу родить. Ты у нас здоровая, у тебя все получится. Мы воспитаем своего ребенка. Мама, подожди. А не чужого какого-то. Мама, подожди, пожалуйста. Ну как? Яйцеклетка-то не наша. Подожди, пожалуйста. Какая яйцеклетка? У вас внук дома сидит, вас ждет. Ваша честь, я согласна на развод, и пусть они ребенка забирают. Что и требовалось доказать. Все. Татьяна Борисовна, я попрошу органы опеки составить дополнительный материал. Ответчица отказался от своего ребенка в суде. Да. Суд удаляется для вынесения решения. Далее в программе. Да какая я дура, я потратила свою жизнь на двух предателей. Нет, меня можно обвинять в неверности, меня можно обвинять в наивности, да вообще в чем угодно. Но я не предавала никого. Бывший футболист Андрей Цветаев разводится с женой Ксенией. Он утверждает, что жена изменила ему с человеком, в которого была влюблена в юности. Ксения отрицает факт измены и просит мужа
подождать с разводом хотя бы несколько месяцев. Но что может измениться за это время? А главное, что будет с их маленьким сыном? Оглашается решение суда. Суд вынес решение иск о расторжении брака и об определении места жительства ребенка удовлетворить, брак между супругами расторгнуть, определить место жительства 7-летнего сына по месту жительства отца. Суд расторгает брак между супругами, потому что оба супруга согласны на расторжение брака. Суд определил место жительства 7-летнего сына супругов по месту жительства отца, потому что при открывшихся обстоятельствах о происхождении ребенка мать в суде отказалась от ребенка, и она с этим не согласна. Также будет направлен материал в прокуратуру для проведения проверки по действиям сотрудников лечебного учреждения, так как в суде истец сообщил нам об определенных действиях, и я усматриваю в этом признаки состава преступления. Судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать. Здравствуйте, прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Цветаева Андрея Владимировича к Цветаевой Ксении Сергеевне о расторжении брака. Цветаева Ксения Сергеевна иск не признает, и расторгать брак вы не хотите. Есть общий ребенок у вас, Семен, ему 7 лет, но совместно нажитого имущества, спорного, по крайней мере, у вас нет. Все верно. В браке вы в зарегистрированном 12 лет. Я хотела бы, чтобы вы, Андрей Владимирович, изложили суду причину развода. Давайте с этого начнем. Ваша честь, она мне изменила. Изменила с этим Красновым Георгием, которого называют Гарик. Понятно. Она с ним с юности еще знакома. Так, причина развода, значит, факт супружеской измены, который супруга подтверждает, отрицает. Ваша честь, я не изменяла. Я этого Гарика не видела с момента, хорошо, как вышла главное, вы скажите, я отрицаю факт супружеской измены, потому что вам слово будет представлено позже. Сейчас у нас высказывается истец. Ваша честь, да, я хочу рассказать, как все начиналось. Она знает нас обоих еще с юности. У нее было два жениха. Я и этот Гарик. Она встречалась с обоими. Никак не могла выбрать, с кем ей остаться, с кем жениться. Но Гарик из богатой семьи, у него хорошие родители, отец известный в городе врач, а я рос в простой семье. Я учился плохо, я любил футбол, тогда как ее мать не любила ни меня, ни футбол. Она в итоге, конечно, ушла к Гарику. Мать или она? Жена ваша? Моя жена на тот момент просто моя невеста. Нет, она в итоге ушла к вам. Вот я поняла, что в 12 лет она не с Гариком в браке была, а с вами. А я рассказываю вам, как все начиналось. Но это дела давно минувших дней. Хорошо. Нет, я просто хотел, если чтобы... Если корни проблемы лежат именно там, давайте излагайте. Она ушла к нему, и я, конечно, ждал ее, потому что любил очень сильно. И вы знаете, дождался, она ко мне вернулась. Вернулась, сказала, давай поженимся, я готова расписаться с тобой хоть сейчас. Я назначил дату свадьбы, я купил кольца. За 3 дня до этого она отказалась. И ушла к нему. Андрей, это было очень давно. А как выяснилось, она сделала для того это, чтобы вызвать у него чувство ревности. Вот и все. Господи, Андрей, это было 100 лет назад. Она ушла к нему, назад. Я себе поклялся, что никогда больше не буду с ней, никогда ее не увижу и вообще знать ее не хочу. Затем Гарик уезжает в Москву, поступает в институт. Он встречает там девушку, женится. И Ксения возвращается ко мне. Я, конечно же, ее прощаю, потому что я ее любил, потому что не было ума. В тот момент я уже, я был подающим надежды игроком футбольной команды и, наверное, был завидным женихом. Может, поэтому она еще ко мне вернулась. Мы поженились, но наша семейная идиллия длилась недолго. Я получил травму, и мне пришлось закончить со спортом, и я пошел работать сторожем. Мы перестали с ней общаться, мы спим в разных комнатах. Я просто ее не вижу, я ее не узнаю. Я забыл, когда последний раз мы занимались сексом с ней. Конечно, я стал думать о любовнике, что он появился, иначе быть не могло, потому что меня она совершенно не видела. Но я и представить не мог, что это будет этот Гарик. Вот да этот Гарик, это с этого, которому она 2 раза уходила, так, и который Андрей мне с самого юности. Андрей Владимирович, я понимаю, вы очень расстроены, вам тяжело. Скажите, пожалуйста, каким образом вы установили факт супружеской измены? Ну, Гарик Гариком, дела давно минувших дней. А вот сейчас, что послужило причиной для развода? Факт супружеской измены. Сейчас-то как было?
правила установлены. Знаете, Ваша мне честь, смотря что называть фактами. Дело в том, что я лично, конечно, не видел, но у меня есть свидетели, которые эту картину наблюдали, как она садилась в машину. Эти свидетели вам сказали? У меня, да. У меня есть свидетели, которые видели. Какую машину, Андрей, о чем? Она мне сказала, что у нее командировка по работе в головной офис в Москву. И якобы поехала туда. На самом деле, она села к нему в машину, и они уехали вместе с ним, наверное, куда-то к нему домой, откуда я не знаю. Откуда ты это взял? Андрей, откуда ты это Кроме взял? Кроме всего все? Прочего, я поехал сам в Москву, нашел этот офис, нашел этого директора, нашел этих сотрудников, со всеми поговорил. Никто ее не видел, никто ее там не ждал. Ксения Сергеевна, ну, сейчас вам предоставляется возможность высказать свою точку зрения. Ваша честь, я мужу не изменяла. Я не знаю, с чего он взял, что я ездила с этим Гариком. Я с ним не виделась с момента, как вышла за Андрея замуж. Да, я в молодости действительно была в него влюблена. Да, я поступила по-свински с тобой, Андрей, что в последний момент отменила свадьбу. Видимо, постоянно так происходило на протяжении всей Андрей, нашей жизни по-свински. Андрей, это было очень давно. Разве я это не искупила... было недавно, последний раз, когда ты уехала с ним в Москву. Андрей, сказав, разве я не искупила свою вину тем, что ухаживала за тобой после травмы? Ваша честь, я его просто учила заново ходить. Я его с ложечки кормила, дневала, ночевала в больнице. Он не мог заснуть, если меня за руку не держал в больничной палате. Да ты все перечеркнула своей изменой, да понятно, своим предательством. Не было. Разве я не доказала тебе свою любовь тем, что ты ухаживала за тобой? Ты мне доказала свою измену. И после этого ты несешь какую-то чушь про запасного игрока. Как у тебя вообще язык на это поворачивается. Есть некоторые ты мне факты, сказала, подожди, которые я тебе не говорила подождите, раньше. Ксения Сергеевна, подождите по фактам. Вы вот сейчас говорите, что вы уделяли внимание супругу. Значит, ваша супружеская жизнь складывалась хорошо. Расскажите мне об этом. Ну вот как раз есть вещи, которые я мужу своему не говорила. Потому что я его оберегала. Когда его нужно было поднимать на ноги, нужна была большая сумма денег, которой у нас не было. Зато у нас была ипотека, которую мне приходилось выплачивать. Но я не могла ее выплатить, потому что все деньги уходили на врачей тебе и на лекарства. Врачи сказали, что если сейчас не продолжить лечение, не оплатить его, он не сможет ходить. И что же ты сделала? Я боялась, что нас отнимут квартиру и что ты останешься инвалидом. И вот в тот момент я обратилась действительно к Гарику, с которым до этого не общалась. Мне такое впечатление, что ты к нему обращалась постоянно, в течение всех 12 лет. Андрей, ты понимаешь, Андрей Владимирович, ваше негодование понятно, но тем не менее в суде надо предоставить высказаться и другой стороне. Вот ваша супруга очень вежливо вас не перебивала. Может быть, ей тоже было неприятно вас слушать, но она сдержалась. Да, теперь вы как мужчина проявите стойкость характера, давайте она сейчас выскажется, а потом я вам дам возможность высказаться. Продолжайте, Ксения Сергеевна. Я обратилась к Гарику впервые с тех пор, как вышла замуж за Андрея. Вы обратились за помощью, за помощью, поддержкой. За суммой, довольно большая сумма денег, но мне некому было больше обратиться за такой большой суммой. Так, и что, Гарик? И он дал мне эти деньги, я расплатилась с ипотекой, я оплатила лечение, и он не потребовал никаких гарантий взамен. Он мне просто отдал эти деньги. И мы живем сейчас в своей квартире только благодаря Гарику, что потому так? что у нас нету никогда денег. На тренерской работе Андрей не задержался из-за своего характера, из-за того, то что выпивал. Простите, это, я поняла, это был не долг, а он просто такую помощь вам дружескую оказал, но да? Я с ним до сих пор еще не расплатилась, но я надеюсь, что я выплачу эти деньги ему. По-моему, да, уже расплатилась. Ваша честь, дело даже не в этом. В первую очередь, развод ударит по нашему сыну, не по Не надо сюда приплетать ребенка. Андрей, вот он здесь ни при чем. Андрей, скажи, а вот это как? Это ты изменила. Как он ты здесь сам? Ни при чем. Собираешься жить без сына? Ты хочешь быть воскресным папой? Ты понимаешь, какой это ему удар нанесет? Да ты сам без меня не справишься, ты же сопьешься. И не надо здесь свою преувеличивать Ваша вот честь. Это значение в этой истории. Ваша я честь, без тебя меня... нормально проживу. Тем более без такой жены, как я выяснилось. Я поняла, я все поняла. Ваша вообще, честь, я прошу отсрочить развод на 3-4 месяца. Если мой муж за это время не передумает, то я соглашусь добровольно на развод. Я поняла, ваше ходатайство вполне резонно. Когда я узнал, что он мне изменяет, даже когда стал догадываться, я... У нас не было, я повторюсь, у нас не было ни секса, мы живем отдельно, мы не видим, мы не знаем друг друга, мы как чужие люди давно уже. Я захотел, наверное, просто ради мщения изменить ей один раз. Но так получилось, что я, наверное, встретил свою вторую половинку. И... Так вот ради чего ты все это затеял. И поэтому мне, нет, это нормально, мне не ты меня обвиняешь в измене, а сам завел себе какую-то бабу. Замечательно. Я это признаю сам, без фотографий, как в твоем случае. Каких тебя фотографий, поймали Андрей? И сфотографировали, а я говорю сам сейчас о своей ситуации. Андрей Отвечу Владимирович, тебя. То есть у вас еще тоже есть внебрачные отношения какие-то, да? Замечательно. У меня есть девушка.
которая, кстати, является свидетелем того события, как, когда моя супруга садилась в машину к этому Гарику, якобы уезжая в командировку в Москву по работе. Которая покажет фотографии сейчас. Можно пригласить ее? А кто эта девушка? Она здесь, можно пригласить ее? Малкина Антонина. Малкина Антонина, да. Вот эта разведчица, и стала потом вашей любовницей, это оказалась ваша половинка. Да. Значит, хорошо. Она уже была. Действительно, есть у нас свидетель Малкина Антонина Васильевна, и мы ее сейчас пригласим. Ты бы за собой посмотрела? Ты меня что? Что, Андрей? Я тебя обвиняю, потому что тебя... Тебя почти сами. Вы свидетельница Малкина? Пройдемте. И ты меня еще обвиняешь в измене. Вот сюда проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Антонина Васильевна Малкина, да? Совершенно Антонина верно. Васильевна, как я понимаю, вы планируете быть спутницей жизни истца после того, как этот брак будет расторгнут. Вы подтверждаете? Да, ваша честь. Мы с Андрюшей уже год знакомы. Угу. И вы знаете, вот, извините, конечно, я за дверью слушала все, что говорит его женушка. Нехорошо, взрослая девочка, а под дверью подслушиваете. Ну вот, извините, так уж получилось. Слишком громко они тут скандалят. И вот я послушала это и... Говорю, дорогая моя, есть ему теперь и о нем кому позаботиться, понимаешь? Не волнуйся, он без тебя проживет, не надо ему лапшу тут на уши вешать. Не, ну я, конечно, подозревала, что у мужа может быть любовница, но чтобы вот такая вот мегера... Ты на себя посмотри сначала, мегера, каланча тут. В общем, если по существу, дело было так. Андрюша уже давно хочет развестись, уже на протяжении долгого времени. Но он из-за чувства благодарности, из-за того, что она его выхаживала после травмы, естественно, как настоящий мужчина, он оттягивает этот момент. Я его прекрасно понимаю, потому что я в эту семью специально не влазила. Ну, чтобы разводить, ни в коем случае. Мы встретились, естественно, не на первой минуте мне сказал, что он женат, да? Как это бывает, хорошо проводили время, естественно, он потом мне признался, я свободная женщина, я не стала туда лезть. Но когда он мне говорит, что на протяжении некоторого времени думает, что его жена изменяет, что у него какие-то факты, еще чего-то, тут он мне обмолвился, что вот жена собирается в командировку на месяц в Москву. Пока он по своим каналам все это узнавал, я тут сразу все смекнула и решила лично за ней проследить. Увидела ее с очень брутальным мужчиной в ресторане. Потом она садилась в шикарную иномарку с чемоданом, на целый месяц укатила. Не знаю, куда отдыхать, с кем и как. Зачем обвинять своего мужа, если ты сама не честна? Естественно, он уже, как настоящий мужчина, уже хочет обрести свое счастье и не бегать собака на сене, как ты это делаешь. И у меня эти фотографии веришь? Сохранились. И, естественно, я их показала своему Андрюше. А Андрюша на этой вот фотографии узнал того здесь самого Гарика из ее молодости. Вот, пожалуйста. Антонина Васильевна, ну, как вы думаете, вот уже. Вашему новому избраннику понравится, что вы себя унижаете до такой степени, что шпионите за его женой? Я понимаю, уже что... ему решила просто помочь, потому что он приходит, он мучается. У него чувство вины, то, что она его выхаживала. А вы снять решили чувство вины вот таким образом, ваша помогли. Зато не подтвердили эти мои догадки. Эти фотографии ничего не доказывают. Что на этих фотографиях? Хорошо, подождите. Ну, давайте сначала мы ознакомимся с фотографиями. Будьте добры, пристав, передайте, пожалуйста, что это за снимки. Я хочу тоже посмотреть, насколько эти снимки доказывают факт супружеской измены. Там больше нечего доказывать, кроме твоей измены и снимки. По этим фотографиям невозможно установить факт измены, который тем более не было. Я повторю еще раз. Достаточно того, что ты поехала в командировку в Москву по работе. Ваша честь. Я был в этом офисе, где ты должна была быть. Я хочу прояснить всю эту ситуацию. Я прошу пригласить моего свидетеля, Краснова Георгия. Он приехал по моей просьбе сегодня, и он объяснит ситуацию. Он, видимо, постоянно приезжает где-то, да, рядом с твоей просьбой. Я попрошу вас, подойдите, пожалуйста, верните свидетелю эти фотографии, они не имеют отношения к делу. И пригласите, пожалуйста, свидетеля Краснова. Он точно постоянно, наверное, рядом находится все время, да? Рядом с тобой постоянно. А вы, дама, вообще помолчали бы. А почему я должна молчать? Вы свидетель Краснов? Пойдемте со мной. Андрей, покажи, ты еще мой муж. И морочишь голову своего мужа, встречайся с ним на здоровье со своим Гариком. Здравствуйте. Кто тебе мешает? Ваша фамилия Краснов. Краснов Георгий Павлович. Хорошо, Георгий Павлович, что вы можете сказать по существу дела? Мы с Ксюшей в молодости были влюблены в друг друга, да? Был роман у нас, но это было в молодости. Я уехал потом в Москву, нашел другую женщину, так получилось, и все закончилось на этом. Ксения действительно была в Москве. Вот, я забрал ее на своей машине. Вот. Это была не командировка, я отвез ее не к себе домой, а в клинику. Вот, в которой я являюсь главным врачом.
Вот. Наши отношения продолжаются. Наши отношения продолжаются, ну, не как мужчины и женщины, а как врача и пациента. Ты что несешь? Это что, такие ролевые игры, что ли? Какой врач, пациент? Андрей, я тебе дам вот эти бумаги. Это эпикриз болезни. Прочти. Какие бумаги? Что ты приперся? Ознакомься. Измены не было, Андрей, измены не было. Эпикриз. Какой эпикриз? Ксения тяжело больна. Она лежала в клинике. Ей делали операцию. Вот. Она скрывает от тебя это. У нее тяжелая ситуация была. Вот. Это я не скажу диагноза, да, сейчас я не скажу диагноза, но да, это онкология. Уж не надо это, здесь медицинские тайны. Это онкология, это серьезно. Сейчас прогнозы благоприятные, обнадеживающие, но сказать об этом уже конкретно можно будет только через 2 месяца. Поэтому она хотела отсрочить развод у тебя. Читай, ознакомливайся. Ксюша, ты почему не сказала мне об этом? А разве я тебя еще интересует моя жизнь? Мы же с тобой стали абсолютно чужими людьми. Слушай, ну это же совсем меняет вообще. Это совсем по-другому ситуация складывается. Ксюша, ты почему не сказала? Андрей, Ксюша, я просто прошу на 3-4 месяца отсрочить развод, когда я узнаю окончательный диагноз. Если сейчас начнется обострение, Ксюша, то значит пошли метастазы. Я не буду разводиться. Ксюша, понимаешь, никто не сможет тогда сказать... Надо было раньше сказать. Ну, сыну, что отец бросил его, мать умирающую. Ксюша, я не буду с тобой разводиться. Я заберу. Ваша честь, я хочу забрать заявление. Не хочу. Андрей, что значит заберут заявление? А если этот врач вообще накалякал эту бумажку? Что, таких мало случаев? Тоня, вы в своем уме сейчас? Все, остановись. Мне надо думать не только о тебе и себе, но еще о своем ребенке. И в первую очередь о нем. А я о сыне твоем тоже позабочусь, не волнуйся. Не надо, я хорошо встревать. К детям отношусь. Да не важно, как вы относитесь к детям. Важно, что сын имеет папу и маму. Да, но эта мама ходит направо и налево. Выяснил сейчас, что не ходит. Вот объект, к которому была ревность, сам говорит, что никаких отношений нет. Не было. Что супружеской измены не было. Да она меня уже заживо готова похоронить. Ксюша, не нервничай. Все будет хорошо. Я уверен, ты поправишься. Я уверен в этом. Пойми. Я тебе говорю, как врач с многолетним стажем. Понимаешь как? Ксюша. Но я вижу, что в этой семье к ребенку относятся как к предмету. Поэтому я готов забрать Семена к себе. Ты кого там заберешь вообще? Ты с ума сошел, а? Какого ребенка? Да потому что он мой сын. Ты что сюда приехал? Какой твой сын? Это мой ребенок. Откуда ты взялся тут, ходишь с какими-то бумажками? Посмотри, что ты мне встаешь опять сюда? Не хватит уже этой бумажки твоей. Ознакомься. Так, свидетель, пожалуйста, ведите себя корректно. Займите свое место. Пристав, передаются какие-то документы, устанавливаются какие-то факты. Истец, передайте мне документы медицинские. Так, итак, свидетель нам предоставил выписку из истории болезни, но это ответчик по поводу вашего заболевания, и здесь никакого, значит, мы не подвергаем это сомнению. А также документ о том, что общий ребенок Цветаев Семен родился 12 марта. Не является вашим ребенком, естественно. За 9 месяцев до этого я лежал в больнице, а Ксюша не могла забеременеть 4 года. И тут вдруг однажды она приходит ко мне, счастливая, в больницу, говорит, что забеременела. Еще смеялась, что это травма моя помогла. Ничего себе. Так это ты... Андрей, это... ты меня еще тварью называешь. Угу. Так это не мой ребенок, что ли? Андрей, пожалуйста, послушай меня. Помнишь, я тебе стоишь, говорила... И ты здесь слезы льешь. Помнишь, я тебе говорила, что я нашла врача сюда, в Москве? И сюда он еще приперся. Помнишь? Папаша. Я про Валентина Михайловича, который тебя на ноги поставил. Да какой Валентин Михайлович? На самом деле его нашел Гарик, договорился с ним, заплатил да ему, привез хватит ему. Хватит Гарика этого, я понял, у меня уже везде, в жизни у меня везде твой Гарик. Хватит мне этого Гарика. Андрей, пожалуйста, как прости так? Меня. Вообще не мой ребенок, объясни Андрей, мне. Андрей, тогда была сложная да ситуация, ваша честь. Все, была сложная ситуация. Ваша была ипотека, это квартира. Я не хочу больше слушать этого. Была это болезнь, я уже готова была на себя просто все. Руки наложить. Гарик привез деньги, привез врача. Да? Ребенка задел и в Москву уехал. У нас была всего красавец одна ночь, мужчина, Андрей. Да? Что? Одна ночь? Что ты сказала? Всего одна... Уберите ее, я не хочу вообще с ним ни с кем разговаривать. Я хочу развода, я не собираюсь больше... Ты уверен, что ты воспитываешь ребенка? А? А кто оплачивал детсад элитный? А? Прекращайте. А кто оплачивал элитную школу, в которую он пошел в этом году?
Ты не задумывался об этом? Или ты веришь, что Ксении подняли зарплату? Или ты сам заработаешь на это, а? А брендовые вещи, которые я привожу, это Америка, Европа, это не ширпотреб, понимаешь? Я туда езжу на симпозиумы и привожу ему. Так что это вопрос. Кто воспитывает? Чей это ребенок? Оскорблять. Ты все 12 лет его обманываешь. Во всем. Ваша честь. Ваша честь, я согласна на развод. Пожалуйста, разведите нас. Еще бы. Гарик, я готова переехать к тебе с сыном. С сыном она переедет. Ксюша, ты понимаешь, я к тебе отношусь с большой теплотой. Я помню все, что между нами было. Я дорожу этим, я помню это, я не забуду это, но ты понимаешь, как я не знаю, как тебе сказать, но я не готов к этим отношениям, так что прости. Ты не хочешь, чтобы мы были с тобой вместе? Прости меня. Ты, то есть ты не веришь на самом деле, что я поправлюсь? Прости, а ты простите, Георгий Павлович, вы сказали, что вы даже ребенка к себе готовы забрать. Предоставили в подтверждение своего отцовства документ, а маму ребенка, я понимаю, вы забрать не готовы. Он просто не верит, ваша что честь. Я поправлюсь. Я верю, я тебя уверяю, я тебе говорю это как врач, ты поправишься. У меня, ваша честь, жена, с женой сложно. Она в Америке живет, да, но мы не разведены. И не планируем этого делать, так что еще раз извини меня. Господи, меня все предали. Господи, какая я дура, я потратила свою жизнь на двух предателей. Нет, меня можно обвинять... В неверности. Меня можно обвинять в наивности, да вообще в чем угодно. Но я не предавала никого. Ты заслужила себе такого жениха. Тебя я, Гарик, не предавала. Это ты меня предал, когда уехал в Москву, выбрал карьеру и дочь академика. И тебя, Андрей, я не предавала. Я тебя не любила, действительно, но не предавала. Я тебя поддержала, была рядом спасибо, с тобой. Спасибо, что сказала мне спустя 12 лет, что ты меня еще не любила. Я была рядом и с тобой. И все остальное, про ребенка, про все остальное. Самый тяжелый период твоей жизни. И в кровати у другого была. Самый тяжелый период его жизни. Ваша честь, разведите нас, не надо никаких отсрочек. Мне теперь цель выжить ради сына. Потому что эти два человека моего сына не получат. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Посмотрим, кто там сына не получит еще. Прошу всех садиться. Оглашается решение суда. Слушание дела о расторжении брака отложить. Назначить супругам срок для примирения 3 месяца. Суд откладывает слушание дела и предоставляет супругам срок для примирения 3 месяца, потому что ответчица на расторжение брака не согласна. Также суд принял во внимание состояние здоровья ответчицы и то, что вопрос о содержании и воспитании ребенка супругами до сих пор не решен. Я желаю вам пойти на поправку, а за эти 3 месяца, тогда, если вы решите расставаться, то определитесь, с кем будет ребенок. Судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать.